Прошлый год знаковый для строительной отрасли региона. Работа шла в новых экономических реалиях на фоне СВО, скачков цен и санкций. И хотя очередной план по вводу жилья был выполнен, по сравнению с 2021 годом отрасль просела. Так, строительство жилых домов упало на 7%, на 20% уменьшился объем построенных многоквартирных домов. Объем незавершенного строительства высоток, хотя и сократился почти в два раза, одновременно вызывает и беспокойство. Объем незавершенного строительства многоквартирных домов за последние три года сократился почти в два раза. С 1,2 миллиона квадратных метров до 65 тысяч. Что говорит о сокращении количества запуска новых проектов. Такая тенденция приведет в ближайшем будущем к обвалу показателей ввода жилья в многоквартирных домах. А это, в свою очередь, замечает в Союзе строителей, ставит под угрозу реализацию планов по вводу жилья в ближайшие 2-3 года. По-прежнему без ответа вопрос тотального дефицита земли под будущую застройку, пробел в ценообразовании, продолжается провал в сфере социального строительства. И если не решать проблемы сейчас, Барнаул, уверяют застройщики, ждет неутешительное будущее. Регионы тускнеют, тухнут. Если мы не будем шевелиться, однозначно, со временем мы станем Бийском и Рубцовском. Что такое Бийск и Рубцовский? Я постоянно привожу. Но не будет здесь ничего строиться. О ситуации, которая сейчас наблюдается в отрасли, в Союзе строителей говорят, стабильно напряженная. Выйти из нее отчасти помогла бы четкая система взаимодействия между представителями сообщества и властями различных уровней. Но пока и с этим тоже сложно. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.